пошел тебе в Колян. Иди сюда, слышишь, смотри уже. Сколько релается. Охуенно же. Кассеты. Вот тебе кастомный велик ты хотел. А что это? О, винил! Ебать, я тебе нашел. Колян, как ты? Купишь? Бля, круто слышит. Тут сайт музыкальные инструменты он продает. Купи мне бас-гитару. А что это за фирмы-то вообще какие-то? Фиту томаты. Да, вот реально кайфово. Бля, круто вообще, да? Я майк. Да, ну, это... Да, вообще охуенно. Бля, ты посмотри, надо фотку сделать вот этой штуки во всех ракурсах. Ну это ж не настоящий. Ну да. А хотя хуй знает. Нет, это самое. Бля, домой надо только. Нет. Прикинь. Глянь на всякой хуйне. Бля, ты вот на эту хуйню посмотри. О, нам вот такая нужна с дисками. Охуенно. Пестик бы наш, отечественный. Да, это можно купить, да? Колян, не хочешь? Я обезьяну хочу. Обезьяну? Да. Обезьяну, да? Да. Ёбка мать. Старый фильм, блядь. С карбюратором. Интересно, он работает? Конечно, работает. Стоит ёбнешься. Я хочу что-нибудь уже купить тут. Ну вот иди сюда, смотри. Я бы даже себе татуировку с такой херью сделал. Какой? Ну вот с этой, пока найдется, блядь, даже. А. Ну что? Роботы. Роботы. Какую хуйню, что он унес? А это что за газовая камера, я не пойму? Это, блядь, спальня, братан. Да? Да, там кровать. Круто, блядь, вообще. Я в такой хуйне с радостью спал. Вообще, прикинь, что... А что он говорил? Что? Какой? Вот это... Бля, прикинь, жить в такой... Это касса. Слышь, что говорит? Да. Да. Нормально? Размерчик. Ты хотел колонку в студию. Да вот, канистру надо брать. Лёх, у меня день рождения завтра, ты не это. Ты ж, блядь, антиквариат, нахуй. Смотри, да? Русский, блядь, его ублюдочный не дает.
Да нет. Сигарет не хочешь? Ой, там смотреть? Смотри. А прикинь, вот жить в такой хуйне. Ты ёбнешься через пару месяцев, по-моему. Сколько обезьян тут. Вот песня, самбо, это гитара тут себе. Петь. Я нашел всех жертв этого инструмента. Вот я такой вот. Это же там сидеть можно. Да, сидеть? Да, мягкая хуйня. Да, блин, в жопе песня. Вот джукбокс еще. Какой, да? Да, вообще, нахуй, мечта. Но они столько стоят, ё-моё. О, шапочка. Ты дарил колесо от старой машины, чувак? А? Она деревянная, это, блядь, от старого как лучше, блядь. Прикинь, какие колеса раньше были? Чё, мне идёт? Реально дерево. И мусор. Я, да, я за тобой стоял. Лёха. Всё, купил? Бляка, я хочу мотоцикл. Не знаю, вот сейчас почему-то я очень сильно хочу. Вообще. Вот это катает, от него прям бензином воняет. Блин. Видели вот это? Для парковки. А, газалин, смотри. Склеивающаяся модель квадрода. Я, кстати, вот эта сводка, вот это вообще, это, кстати, даже есть реклама, это потеря. Из первых чоперов? Это велик такой вот, типа, да. Это же вообще винтаж, вот эта хуйня. Представьте, на лопате он такой хуйня. А вон, смотри. Кадила старая, например. Бля, чего только нету, смотри. Бля, Димасу такой. О, нахуй, ебать, вот это да. О, твоя вот тема. Вот а вот тату-машинка тебе первая. Да, у меня она висит в студии. Только другая немножко. Бля, вот эти, смотри. Вот ты чем, винтаж. Вообще. А? Да. Ну-ка, это для одноногого. Для одноногого. €15? Да. Она новодельная. Давай это самое, джаз играть. А я не умею. Ты знаешь, как снять? Ты же был этим. Не, я на саксофоне играю. Нет, там надо вот так. Вот так. Вот так. Делать надо. Возьми. Стоит хуйню, кстати. 70. Да? Винил, сколько винила, ел. Элвис. Эти на всякие. Ты винил хотел, вот тебе, блядь. Например, Blues Brothers. А ты его получил? Слышь, ты же финский акцент появляется. Ты там, а ты, блядь. Ну да. Сейчас шмали покурить и вообще будешь. А он покурил уже. Да? Уже понятно, почему ты уже акцент словил. Black Sabbath, не интересует тебя, Киряев? О, а сколько стоит? €30, блядь. А какое издание, хуй поймешь? Ну ты можешь достать и посмотреть, он открыт. Фонограмм, это... кошерно.